Золотой остров, Балчуг, Болотный, Безымянный, Кремлевский, так его тоже называют. Хаерша – это тот самый Кремль, его обитатели. Наталья Синдеева в ЖК «Балчуг Вьюпоинт» купила апартаменты. Как она любит, большие, просторные, с видом на водоотводный канал. У острова очень интересная история, почитайте, вам понравится. Как понравилось это место Синдеевой. Здесь же, неподалеку, на Красном Октябре, был запущен тот самый телеканал «Дождь». Забавно получается, что одно время из всех существующих телеков именно «Дождь» территориально был ближе всех к Кремлю. К нему же тянулась и Синдеева. Причем в самое интересное время. 2018 год, тогда «Дождь» ежеминутно выпрашивал деньги у зрителей, а директриса Наталья Синдеева ныла в соцсетях. Но приобретала многомиллионное жилье у Кремля.